В городском центре культуры и отдыха открылась выставка работ молодых художников «Палитра родного края». Этот вернисаж стал итогом трехнедельной работы творческого лагеря «Я художник». Подобную смену для студентов Ивановского художественного училища и Политехнического университета организовали впервые, чтобы у молодежи в летнее время появилась хорошая возможность попрактиковать свои навыки под руководством опытных художников. Первый блин мне оказался ком, удачный. Вот, ребята выезжали на пленэры, и таким образом у нас получился первый. Мы организовали вот в рамках лагеря первый городской пленэр. Они рисовали как виды нашего города Иваново, также и ездили в Дунилово, это Шуйский район, были в местечке Фряньково, село Фряньково, это Фурмановский район, ездили в Плёс. Также были проведены мастер-классы с ребятками с ограниченными возможностями. Творческой сменой «Я художник» руководил Владимир Маяковский, доцент кафедры текстильного дизайна Ивановского государственного политехнического университета. Все занятия проходили на открытом воздухе. Среди работ авторов есть городские и сельские пейзажи, написанные маслом, акварелью или пастелью. На суд зрителей были представлены не все работы, а только самые лучшие. Своим подопечным художник поставил оценку 4 с плюсом, потому как всегда есть к чему стремиться. Самая основная задача – это показать, в общем, родную природу, почувствовать ее, увидеть прекрасные стороны архитектуры, природы. Вот. И передать, в общем, свою любовь, наверное, если так все подытожить, через призму творческого сознания. На память о первом пленэре останутся не только яркие творческие работы. Организаторы лагеря «Я художник» намерены выпустить буклеты и открытки с самыми красивыми пейзажами. Любовь Почерникова, Андрей Семилоков, РТВ Иваново.